День космонавтики традиционно отметила Чувашская республиканская общественная организация «Велосипедное движение «Солнце на спицах». В минувшую субботу велосипедисты города отправились из Новочебоксарска на родину космонавта Андриана Николаева – Шоршилы. Вот уже пятый раз подряд. Таким образом, в нашем городе открывается велосипедный сезон. Ребята приехали из Чебоксара. Ну и наши местные новочебоксарские велосипедисты. Это для нас настоящий праздник. Смотрите, солнце какое яркое, да, сегодня. Поедем спокойно по трассе в сопровождении автомобиля ДПС до Шоршил. Где-то будем останавливаться, пропускать машины, потому что дороги узкие. Пока еще велосипедной дорожки нет от Новочебоксарска до Шоршил. Но мы об этом мечтаем. Всего на старт пришло более 50 велосипедистов. В процессе движения к участникам велозаезда присоединяются все желающие, поэтому конечное число всегда больше. Предстояло преодолеть путь в 18 километров. Это только в одну сторону. В этом году хотим провести гагаринский урок. Один урок мы уже провели в художественном музее Новочебоксарска. Это было 12 апреля. Провели такой урок со студентами химтехникума. Вот. А второй урок у нас состоится уже в Шоршилах на территории музея космонавтики. Там будут стоять парты из класса Андриана Николаева. Сейчас в России проходит такая акция, называется «Парта героя». И вот эта парта Андриана Николаева, она сохранилась, она находится в музее. В мероприятии приняли участие как представители организаций и предприятий города, так и велосипедисты-любители. Поддерживаем данное мероприятие, так как это культивирует здоровый образ жизни, спорт. А велоспорт – это тоже очень важно и, самое главное, экологически чистый транспорт в городе. Ну и я решил присоединиться от предприятия и, собственно, от своих товарищей, которые также имеют группу «Велосипедка». Это неформальное движение велосипедистов города Новочебоксарска. Я, в общем-то, сюда приехал буквально перед Новым годом переселился. Первый раз участвую в таком мероприятии. Я не знаю, смогу ли я проехать весь этот путь, так что я, как позволит мне протезы. Я инвалид уже не первый год. Велосипед – это для меня не просто средство передвижения, а образ жизни. Я без велосипеда вообще даже не могу передвигаться. Колонна велосипедистов отправилась от Соборной площади по улице Винокурова, далее на улицу Советская и по промышленной зоне. Торжественное мероприятие продолжилось уже в Шоршилах. Руслан Иванов, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.